Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, еретик, а проще Нефрит и его группа поддержки. Привет. Сегодня, ребят, мы все-таки решили вместе записать Duke Nukem. Да, Сэм у нас будет попозже, я его восстановлю. У нас небольшие проблемки были из-за того, что меня когда взломали. Поэтому мы решили... Как-то раз писали уже Дюка, сколько я Дюка писал, ой, я сколько уже Дюка пишу, он что-то долго мне пишется на канале. Ну, мы решили записать его вместе в очередной раз, потому что записи такие уже были у нас. И вот мы решили провести снова вместе с вами время и вместе с Дюком. Ну и да, ребят, не забываем ставить Люба. Подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, нажимать на колокольчик, чтобы сказать наши новые видео. И вступайте в нашу группу ВКонтакте, наши 90-е, ПК-59, пока только лишь для пени. Типа того. Так там ничего не слышно. Чаще. Но теперь все нормально. Ну, в общем, мы разбитва на шоссе. Да. Я тут недавно похерачился уже. Вестерн устроил. Дикий Запад. Предыдущее прохождение Дюка можно найти на канале. Угу. Ну и мы поехали. Надежно, на 5 минут. Продолжаем кататься на нашей машинке. Да куда ехать-то? Вот сейчас это. О, по-моему, машинка. Какая чистенькая стала. Сейчас мы ее запылим. Ой. Что-то нельзя проехать, да? Я хотел. Я хочу ее запылить. О, пылючка начинает налипать. Все, уже опять почистили. Ну ладно. Вода, кстати, неплохо тут выглядит. Вода классно выглядит. Отображение такое. Давай в гору. Жу. Блин. Че он так не хочет? Ну, получается где-то. Давай. Опа-на. Вот уже заляпал. Ты че? Ой, она сейчас на нас упадет. Мы не идем стандартными путями. О, я вижу. Нет, больше здесь. Все, забанчик улетел. Вот нам туда. Да, вот я сломал эту штуку. На шоссе. Ну, я был прав. Тут ничего нет? Ничего нет. Так, нахер. Да, сам себя узори. Он еще один такой же есть. Догоним его. Обгоним. У нас же есть закрыт. Ох ты, как точно. Ты что, сука, смотри, как он еще делает, а? Цепляет еще. Не дает мне проехать. Я фильм Терминатор 2 смотрел. Ну там пока уж вас тут был. Че идет? Ого! Прыгать надо!
знаешь? Надо прыгать. Я думаю, прыгать надо, а не падать. Падать, падать не надо. Ой, там что-то позади меня творится страшно. А, это кабанчики падают. Отлично. Давай еще. Их же трое ехало. Ну да. Все, застряли где-то. Следующие не хотят падать. Ну ладно. Вау. Ни хера себе. Нахер. Этого чуть не успел сбить. Фак. Вам не сказать. Да похрен за ним. Главное, кабанчик. Хера тут там херачит. Ты вот тут приятно будет камушки приехал. Ну да. Тебе зачем РПГ дали? Ой. И бензин как обычно пошел. Приехали. Приехали, да. Часть вторая. Да. Битва на шоссейке. Ой, на телефон здесь. Форматнул его. Калибранул батарейку. Поехали еще, поехали, давай, 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 на парах хоть. Я ж тогда тебе сказал, говорю, три фляги лежит, почему ты сразу же не мог все три взять? Идиот, ну, кусок. Видимо, это не это, не должно там быть. Тогда мне не пришлось бы здесь бегать. Ну, блядь, еще и музыка такая эпичная. Кто-то уже стреляет. Еще и снайперки потом лежит. Да, здесь как раз она. Давайте посмотрим, кто там стреляет. Ой, не то сделал. Воу-воу-воу-воу. Да, здесь перезарядка, как всегда, не вовремя. Надо пулеметчики снять. Я со свиньями не ебать. Да, ты ж... Еще один. Бежи, поросеночек! Блядь, а сколько же вас там? Сегодня кто-то ужинает в аду. Чего они? Кому белого мяса? Мясца кому? Да вообще. Еще кто-то сейчас приедет? Вроде пока нет никого не видно. Я стрельбу слышу. Причем очень близко. Там-то пошел. Ты свирепый, блядь. Вообще. Вепрь, блядь. Будь приели. За это я бы даже заплатил. Иди. Он ушел купаться. Или что там? Ну да, купаться. Так тут я промазал. Сколько жестяк бивных-то будет?
блядь, хрюшки. В РПГ лежит. Где вы, ебучие хрюшки? Вот. Ты что такое, блядь? Получили. Именно так. Так, опять снайперка, что ли? Что снайперка, пулеметчик. Ну ладно. Не докину ведь? Не. Хлеба к салу. Хряб бежит прям. Че, блять, все что ли? А, это я прихвачу. А мы тут все прихватываем. Угу. Все выходим. Все, что не приколочено. Так. Я где-то помню, еще дробовик был. Надо дробовичок подзарядить было. Конечно. Надеюсь, мост не ломается. Мост ломается. Бум. Да сколько же у вас, блядь? После всех. О, о, о. Блять, вот это да. Я не знал, что так будет. Ну, они, видимо, действуют не потому, как ты знаешь. Это точно. Надо действовать с РПГ. Значит. Что на меня прицел не наводится? Сука. Нахер. Нихера там прохерачило. Блять, ты что, с ней сражаться, что ли? Видимо, да. Теперь да. Та-дам! Та-дам! Да, она сломалась. Ну, ее прикончили. Ай, чем больше барахла, тем веселее разборки. Значит, так было весело. Она еще так точно упала, чтобы мне забраться наверх, да?
Конечно, ты же задумал так. Я даже ни одну бочку не взорвал. Нынче. Да ладно, как скучно. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Что так красиво. А что, ящики-то не взрываются, что ли? Интересно. Бронированные, в смысле. Угу, дома рушу. А ящики ни хрена. Машина куда наверх улетела? Щепка. Стоял домик, и нет его. Водичка полилась. А вот сортир не снесся. А такие сортиры. Так он по убежище, походу. Ну да. Ходила нам туда. Угу. Вот сейчас бы мне не помешал ломик. Ну, у нас его, блядь. Напомню, что кончился бензин. Тебе напоминает об этом печальном. Зачем мы идем сюда, да? Да. Бензин кончился, поэтому мы идем в шахту. Логика разработчика прямо на высшем уровне. Да, мы не перелетим. Все обходными путями. Просто праздник какой-то. Да не скажи, просто еще одну пай-бомбу подняли и все. Ох, Дюк, вот нам что надо. У меня все полное. Ну и хорошо. Поехали. Эй! Да, на камни, наверное, убрать сначала с дороги. Вот как её, блядь, надо, походу, дело. Стой. О! Я ждал, она сейчас без меня поедет. Она уехала без нас. Мы бензин нашли. Вот смотри, сколько бензина. Возьми сразу же все. А, прикольно. Прикольно. Кто-то будет. О, блядь. Слишком просто. Да не, Дюк. Нормально. Главное, мы просто нашли пай-бомбы, и я понял, для чего их использовать. Да, очень вовремя. У меня еще пай-бомбы. Time to kill. Не использовать, да и... О, смотри-ка, еще одна. Где ж ты, блядь, прыгаешь-то? Иди нахер. Да здравствует король, детка. Да. Да. Блядь. Они что на меня бросают? Хуйло. Хуйло? Да. Они меня чуть вон катушку не скинули, придурки. Ну да, больнее. Блять, куда нам сейчас-то? А, они сидят наверх. Так я ищу, где идти. Видишь, темно уже, не видно. Ничего нет? Что падать отсюда больно? Он же ногой у нас не может бить, блядь, просто. Конечно. Так. Это надо в 3D он умел еще хоть как-то бить ногой. Потратить просто на патроны.
Это точно. Блин. Так, что, поехали дальше? Сейчас поедем, походу, делаем. Жих. Давай, дрезина. Я, кажись, ее дотолкал до места. Так, блядь. Жук. Ну, давай, Дюк, запрыгивай туда, на нее уже. Опа. Поехали. Поехали, американские горки. Кабанчик бежал. А я, может, направо хотел свернуть. Ты тебя и так что обрачусь. Я тебе сейчас похрюкаю, блядь. Где раз похрюкаю? Чё, машину мою решил? Моя машина. Нахер отсюда. Совсем. Моя машина, не портит. Да. А то я вам пока... Ну, я только что показался. Свой бум-бум-стик. Палочку. Бум-бум. Мы едем дальше. Едем. Здесь надо перепрыгнуть. Отгонись и прыгай. Ебедусь. Ой, нам туда походил, бум. Ну, я не думаю, что на крыше, как бы. Мне вот интересно, ящик разломается? Смотри, ящик потом ломается, а взрываться он не взрывается. Ну, не все так, как ты хочешь. Что-то тут вообще все не как я хочу. Ну, эта игра не должна была быть так, как что. Ну, смотри, еще куда-то. Вершина дамбы. Да. Дамба, мамба, ямба. Все выше и выше и выше. Угу. Именно так. Темно такое. Вместо свет. Ну, блин. Летают тут всякие. Здесь перелететь. О. Перелетели. А то потом возвращаться было бы хреново. Ох, конечно, да. Зацепил. Иди сюда. Это понятно. Ой, больно-то. Фарш. Сейчас поедем сюда. Да, мы мясорубка. Ой, сигнал. Какой-то сигналит. Ох, ты ж, блядь, с РПГ. Я пропрыгал все-таки.
Ой. Надо выплывать. Так, сейчас надо лесенку найти. Вот и лесенка. Под водой жаль, нехрен без делать. Машины остались. Под водой делать нехрен, там медузы будут. И все. Нет, я просто говорю, что жаль, мы без машины остались. Ну все, накатались. Пора вести боль в массы. Ну давай понесем боль в массы. Ты! Чтоб тебя! Чтоб ты сдох! Император уже из рук у меня ел, а ты все засрал! Все эти смерти, Дюк, твоя вина. Это ты сделал. Ты. Теперь мне придется искать его и молить о переговорах, сорванных тобой. Ведь я же запретил тебе туда лезть. Господин президент, нужно уходить сейчас же. Ты сидел, будет с ним. А ты все испортил. Конечно, кто еще испортит? Уебывайте уже. А же пока ты их спасешь? Чего их спасать-то надо? Меня напиздели, что я тут такой-то. А сюда бывает. Что, они так там стоят? Нет, улетели, смотри-ка, сука. Кажется, вспоминает меня. О, вспоминает. Сейчас будет тоже жарко. Блядь, надо отходить. Так вот нахуй, ребятки. Ибо нехуй на папку лезть. Решили они. Хера не померят. Вау! Бежи, да ты че его добил? Взял такой скотины, его добил. Не дал тебе просто лекарство, да? Да. Я хотел побежать, ему табло начистить. Вот и ласка. Не хочу. Не хочу. Блять, сейчас вылезет. Сука, он вылазит. Вот сейчас надо, сука, бегать, как не знаю кто. Блять, он злой очень. Он машинами пинается, сука, это меня вообще бесит. А ты думал, что так легко? Нет. Мне хотелось, чтобы было тут чуть-чуть полегче. Я твой начальник. Ох, он меня легает своими копытами-то. Ох, блядь.
Бежим, Дюк, бежим, блин. Вали этих падл летающих хотя бы, да. Хочется никак не могу не сбивать. Так кто тебя тут придумал, военачальник такого? Ребята, вот вы чё этих падл не снимаете? Ничего еще ними заниматься. Я Дюк. Круче. На него это не действует. Раз, сука, ты че встал-то, Дюк? Беги, Дюк, беги, блядь. Сука. Ну, блин. Да. Опять нас замочили. Угу. Ну, увидишь, тут надо... прорываться. Движение, движение, движение. Да. Даже надо... Да ни хрена, он не сейчас будет. Сразу же отходим сюда. Ух ты ж, блядь, он решил шустрый идти, запуская в меня машину. Ну да. И за все хорошо попадает. Бежим, блядь, бежим быстрее, блядь. Да сейчас я засуну, блядь, дайте мне только добежать до него. Что сделать, блядь? Есть. Первый рог у него выдрали. А что, по бубенцам-то бить не буду? Ой, что-то походило, нет. Как дело не буду бить. Надо с ним снова бить, придется. Дайте подпокоиться тут немного. Падла летающая. Тебе что-то надо сбить, блядь. Да сейчас мы, блядь, этому единорогу это из него сделаем, блядь, полюбасу. Вот так вот, блядь. Трожь мою дамбу.
от Дот. Вот это делали его. Че, ящик-то исчез? Будет прекрасно. Там остался. Ладно, главное, хоть где-то остался. Что-то ТРПГ тоже. Ёбаный свет, Дюк! Прямо как в тот раз в Бейруте! Ты не поверишь, как у меня встал! Я буду мочить у ёбов наверху, а ты спустись под ножью дамбы! Сбросил тебе веревку, спускайся по ней, мать ее так! Только смотри, руки в кровь не сотри, как в прошлый раз! Трахнуть-то некого было! Трачило, а? Да уж. Сугубо мужские шутки. Действительно. Генерал Грейвс в машинном зале. Пробирайся по туннелям к электростанции. Это сложно, но возможно. Спасибо. Мы уже, блядь, привыкли. Да. Привыкли. Мальчик средний пальчик. Да уж, мальчик еще тот. Ну и, ребят, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале NefRight1987. С вами был Нев. И Настя Нау. Не забываем ставить Люба. Подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, нажимать на колокольчик, чтобы посмотреть наше новое видео. И вступаем в группу ВКонтакте наши 90 и ПК-59. Только дождите людьми. Ну и всем пока-пока, до новых встреч. Чао. Let's rock.